Jalila is a different type of fruit. This is very firm, much bigger, bright color, deworm resistant, nematode resistant for long distance shipping, but a very vigorous plant that you have to manage carefully. You have also experience in... Yeah, it performed excellent results. That's it. Значит, Jalila это тоже получается красный высокорослый томат. Он имеет как бы очень хорошую твердость плода, хорошие вкусовые качества, раннее созревание. Good shelf life and хорошее транспортировочное качество. Также устойчивость к нематоду, к вирусам. We can say that the one thing is that plant is, let's say, too vigorous in some circumstances when the soil is too strong. When the soil is so soft, it performs excellent. Or we should reduce the plant per meter square. We cannot go over 2,200 per acre or 22,000 per hectare. Because the plant is too vigorous. So yeah, we need good control of the plant vigor. Ну, значит, как бы, если почва богатая на питательные вещества, то, в принципе, как бы растение развивается довольно мощно, и там не нужно, ну, скажем так, там нужно ограничивать, ну, они 20, получается, 2,2 томата на квадратный метр, получается, где-то вот так вот. Если почва более бедная, то растение, получается, ну, менее такое высокорослое. But that is also advantage because you don't need to put too much fertilizer, nothing. It has very strong root power, root system, what it help the variety to grow very easy. Ну, для этого томата очень характерно то, что мощная корневая система, которая позволяет, в принципе, даже на бедной почве получать хороший урожай при меньшем внесении удобрений. Это одно из преимуществ этого томата для бедных почв. This is for bad growers or for tough conditions? Да, это для, скажем так, для фермера, который имеет как бы низкую технологию выращивания, либо для очень жестких условий выращивания. If you have high salinity or bad soil, it will perform. Бедная почва, либо наблюдается большая засоленность почвы, то это, в принципе, этот томат, он за счет своей мощной корневой системы выдерживает эти условия. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.